Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. У нас в Fortnite появился новый режим перезарядка. Но этот режим доступен не для всех. Если у вас Epic Games аккаунт российского региона, для вас этот режим не будет доступен. Но выход есть. Я занимаюсь сменой региона, поэтому вы можете ко мне обращаться, и я вам помогу. Как вы видите, я сейчас зашел в игру, у меня аккаунт российский. И здесь ничего нету, то есть этого режима нету. Поэтому в него поиграть невозможно. Как вы видите, я сейчас зашел в настройки своего аккаунта, он у меня российский. Вот, и сейчас я буду менять на нем регион. И после этого снова зайду в игру. Сейчас я меняю на регион Турция. Многие у меня тоже заказывают, чтобы я сменил на Турцию. Но я могу сменить не только на Турцию, вы можете выбрать любой регион, который захотите, и я сменю на его. Если у вас новый аккаунт, если вашему аккаунту меньше 6 месяцев, то это считается новый аккаунт, и на таком аккаунте регион сменить не получится. На нем просто нельзя будет, и это я вам покажу, смотрите. Также, чтобы сменить регион, вам нужно, чтобы у вас был доступ к вашей почте, то есть та почта, которая привязана к аккаунту. Потому что на эту почту будет приходить код, чтобы можно было сменить регион. Если у вас нет доступа к такой почте, которая у вас привязана, то не получится сменить регион. Как вы видите, я успешно и удачно сменил регион. Теперь ограничений не будет. Контакты для связи лучше всего писать либо в ВК, либо в Telegram. У меня есть аккаунт, которому меньше 6 месяцев, и я попробовал на нем сменить регион. И у меня ничего не вышло, поэтому имейте в виду, что если у вас новый аккаунт, то регион сменить нельзя будет. Теперь я захожу в игру после того, как сменил регион. И у меня все разблокировалось, режимы разблокированы, теперь можно играть в новый режим. Если кому-то это нужно будет, обращайтесь. Контакты есть. Лучше всего писать в ВК, либо в Телеграм. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем удачи, до скорого.